Председатель ПСРМ Игорь Дадон заявил, что приветствует план Еврокомиссии по перезапуску молдавской экономики, но хочет знать, на каких условиях будет оказана анонсированная помощь объемом в 600 миллионов евро, и не станет ли ее ценой увеличение пенсионного возраста или сокращение количества районов. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Даниэль Воде на это ответил, что знает только о том, что планом предусмотрены реформы юстиции и борьба с коррупцией. Он также заявил, что отказывается комментировать политические высказывания Дадона. Почему сейчас, в разгар предвыборной кампании? И я слышал разговоры о реформе юстиции. Уважаемые европейцы, в 2010-2015 годах вы выделили на это десятки миллионов евро. За это время украли миллиард и сдали в концессию аэропорт. Какую реформу вы хотите сейчас, настоящую или опять имитированную? Эти деньги важны для инфраструктурных проектов, и я надеюсь, что они пойдут не на НПО, которые их просто отмоют. Sper foarte mult că nu vor fi utilizați pentru societatea civilă organizații non-guvernamentale care, pur și simplu, vor spăla acești bani. Лидер ПСРМ также раскритиковал указ президента об отзыве Владислава Климы с должности председателя апелляционной палаты Кишинева. Nu poți construi un stat de drept. Нельзя строить правовое государство, обещая перемены, реформу правосудия и при этом нарушать закон. Нельзя попасть в рай, делая то, за что дорога в ад. Nu poți merge în рай. До этого действия Майи Санду незаконными назвали также юристы Александр Тенаси и Владислав Гребинча. А сам Владислав Клима заявил, что обжалует указ президента.